Здравствуйте. Время информации на телеканале «Культура». С вами Владислав Лерковский. На исходе дня 11 июня мы представляем дневник последних событий. Вот некоторые темы. Александр Солженицын считал архипелаг ГУЛАГ опытом художественного исследования. Но это исследование изменило карту мира. 45 лет назад была завершена авторская работа над окончательной редакцией книги. Не столичный праздник неразвлекательного кино. В Ивановской области, на родине Андрея Тарковского, открылся международный кинофестиваль «Зеркало», названный именем выдающегося режиссера. 300 тысяч документов из фондов Политбюро и личного фонда Сталина впервые выложены в сеть. В рамках проекта «Архивы России» начал работу общедоступный интернет-портал «Документы советской эпохи». 45 лет назад была закончена авторская работа над окончательной редакцией книги, которая стала для кого-то откровением, для кого-то надеждой. Чуть позже, в 1973-м, в Париже вышло в свет первое издание «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына. В СССР за чтение, хранение и распространение книги можно было схлопотать до 8 лет лишения свободы. Но эту книгу и создавать помогали, и хранили, и распространяли, и тем более читали. И все благодаря еще одному архипелагу, группе людей-островов, которые ради этой книги подвергали себя определенной степени изоляции. Репортаж о тех, кто помогал открыть архипелаг миру. До выхода этого самого первого парижского издания 1973 года «Тайну архипелага» знали не больше 100 человек в стране. Александр Солженицын называл их «невидимки». Одна из них жила в нескольких сотнях метров от Кремля. Внучка писателя Корнея Чуковского еще в 1968-м перепечатала всю рукопись архипелага. Тут вот у меня сохранился мешок, в который зашивалась эта рукопись. И дальше она хранилась у какого-то надежного человека, который и не мог ее прочитать. То есть все меры принимались к тому, чтобы он не ходил по рукам, и никаких разговоров о нем не было. Елена Чуковская – одна из двух машинисток, которые почти два месяца жили на даче Солженицына в деревне Рождество в Подмосковье и по 12 часов в сутки перепечатывали архипелаг. Рассказывает, на машинке западала буква «К», и это усложняло конспирацию. По дефекту могли вычислить, где напечатан текст. Вот тут у меня еще хранится тогдашняя техника, так называемые хвостатики. Это были такие длинные карандаши, в которых резинка вставлена. И можно было стирать первый экземпляр. В целях конспирации части рукописи хранились в разных местах. Некоторые главы были даже закопаны. Надежда Левицкая работала связной. Она отвозила набранные тексты на переплет и переводила иностранные книги, которые были нужны Солженицыну для работы над архипелагом. Все эти люди, которые ему помогали, они все должны были соблюдать эти правила. И как только вот один был провал такой, потому что человек как раз делал то, что ему что не разрешалось. У него ему дали какую-то вещь на хранение, а он дал ее приятелю. И приятеля застукали. Все, кто помогал Солженицыну редактировать, печатать, хранить и переправлять рукопись на Запад, точно знали, зачем они это делают. Через ГУЛАГ прошла и сама Надежда Левицкая, и все ее близкие – отец, мать и брат. Помогать Солженицыну она решила после прочтения «Одного дня» Ивана Денисовича. Помощь Солженицыну воспринималась мною всегда и теперь как помощь человеку, впервые раскрывшему вот такое большое горе не только для моей семьи, а для всей страны. Валерий Курдюмов при помощи самодельной фототехники переснимал рукописи для отправки на Запад. Его отец тоже был заключенным на строительстве Беломорканала. Курдюмов показывал отцу рукопись Солженицына на ГУЛАГе, но тот наотрез отказался ее читать. Люди были запыганы до такой степени, что вот только вот, знаете, это вот система. Ну, конечно, если пробудешь 7 лет в таких лагерях, я не знаю, как другие люди. В общем, для него это большое впечатление. И поэтому у меня был большой выбор. То ли слушаться, то ли действовать. Фотосъемка проходила именно в этой квартире Солженицына, где писатель жил до изгнания на Запад. Сейчас здесь фонд его имени. После того, как нас изгнали, полтора года она была просто запечатана, в ней никто не жил.
стояли сургучные печати. А потом в нее поселили дворников всего этого вот комплекса. Тут несколько дворов, Вахрушенко так называемая знаменитая. И тут жила семья дворников. А когда мы вернулись, эта семья уже очень разрослась, уже было 3 поколения, было много людей в ней. И Моссовет, между прочим, предложил нам вернуть эту квартиру. В 1994-м, когда Нобелевский лауреат вернулся на родину, в первую очередь он решил помочь в восстановлении разрушенной церкви, которая располагается недалеко от бывшей дачи Солженицына и описана в его романе «В круге первом». Храм был использован в советское время под склад минеральных удобрений. Были колоссальные разрушения, храм был разрушен. Но вандалы не смогли уничтожить кресты, которые находились на храме. Фонд Александра Исаевича Солженицына оказал большое содействие. Они, хотя, конечно, они, я так понимаю, они не занимаются восстановлением храмов, но это было сделано в порядке исключения. А вот сама дача Солженицына, по словам соседей, несколько лет назад сгорела. Остался лишь участок, заросший крапивой. Александр Исаевич обычно работал дома, во дворе, рядом с домом находился у него стол, он его сделал собственными руками, где он сидел и писал свои произведения. Жизнь в Рождестве потихоньку возрождается. После начала восстановительных работ в храме жители стали постепенно возвращать иконы, спасенные во времена ГУЛАГа. Антон Николаев, Александр Садульский, Алексей Акимов, Александр Подкох, Игорь Горбачев. Новости культуры. В числе главных врагов архивов всегда были мыши. Теперь мыши, то есть компьютерные мышки, станут главными помощниками в путешествии по архивным каталогам. На портале «Архивы России» начал работу сайт «Документы советской эпохи». Уже сейчас на нем доступно около 300 тысяч электронных копий подлинных документов из фондов Политбюро за 1919-1932 годы и личного фонда Сталина, который хранится в Госархиве социально-политической истории. Сегодня в столице состоялась презентация этого уникального проекта. Место презентации нового портала символично. Этот читальный зал на Ильинке до сих пор хранит атмосферу советской эпохи. Зеленые библиотечные лампы, портреты вождей. Свою работу сайт начал ровно в полдень по Москве, одновременно с началом его презентации. На вопрос, почему на сайте такая подборка документов, у главы Росархива простой ответ. Потому что советская эпоха является наиболее сложным и спорным периодом в общественном сознании современных россиян и в преподавании истории. По словам руководителя Росархива, в интернете открывается новая эра цифровых отечественных архивов, доступных для широкой публики. Достоинство такого портала прежде всего оценили историки. Это онлайн-режим можно использовать, это можно обсуждать, так сказать, в общем, посмотри вот эту страницу, что ты об этом думаешь? Понять совсем другое дело. Вот. Действительно, новый век, новый, это информационная революция. Уже мы все сегодня говорим о революции, но это революция хорошая. В онлайн-режиме просмотреть можно 390 тысяч страниц. Доступны стали документы из личного фонда Сталина. Правда, оцифровали не все. 1% документов по-прежнему засекречен. Материалы Политбюро с 19 по 33 год тоже на сайте. Найти их, по словам администратора портала, просто. Есть два варианта. Да? Скажем, мы находим интересующий нас документальный комплекс и просматриваем либо по хронологии, либо по, скажем, тематике, что нас интересует. И второй вариант, конечно, это поиск, и в том числе поиск с помощью дескрипторов. Запрос можно сделать по дате, географическому названию, имени. Пока портал заполнен меньше, чем на треть. В ближайшие 2 года он будет пополняться из фондов всех федеральных архивов. Впрочем, интересную информацию здесь может почерпнуть не только доктор исторических наук, обычный пользователь. Разумеется, он найдет среди этой совокупности фактов то, о чем он раньше не слышал, то, о чем левые или правые публицисты не давали себе труда говорить с ним. Такой разговор давно назрел. Пищи для серьезных дискуссий на портале уже предостаточно. Скоро там появятся все документы советского периода с 19 по 91 год. Ксения Ильиных, Алексей Велькин, Новости культуры.